Опа! Всем привет, дорогие друзья, с вами Тёмыч, и сегодня мы с вами продолжаем играть в пятный час Проги 2. И в прошлой ночи я снова не прошел... Какую, да? Вторую ночь? Да, не прошел вторую ночь, потому что... Короче, не получилось. Вот, там мне сказали, что вентиляция находится уже во второй комнате. В прошлый раз говорил, что она находится там, где щиток. Короче, непонятно, где она находится. Давайте сейчас посмотрим уже точно. Поехали. Вторая ночь. И... так. А как, кстати, на весь экран? Так. Как делать на весь экран? Алло, Бетин? Ну, здравствуй снова. Ладно, пофиг, давайте будем без... Так, вот где-то, вот здесь, мне говорили, она находится. Только где? Где здесь может быть вентиляция? Компьютер? Так. Вот давайте здесь посмотрим. Так. По камерам пока что никого. Может, вентиляция на камерах? Я не знаю. Это, конечно, вряд ли. Просто вот где она здесь есть? Я все тыкаю, нигде нету. Так, ну это компьютер. Это компьютер. Вот это возможно, но я не уверен. Но она очень похожа на вентиляцию, хотя не знаю. Там свет типа светится. Возможно или нет. Так, это щиток. Здесь ничего больше нету. Так, где у нас все аниматроники? Тут сидят. Так, может здесь она будет? Нет, ну точно не здесь. Опа, это кто случится? Это кто? Ой, блин, нет. А чем я этот компьютер включил? У меня что-то уже включен. А, вот, можно выключить. Так, в другую комнату перейти, вот. Ё-моё. Здесь тоже ничего нету, да? Назад? Да, нету. Можно свет отключить. Так. Ё-моё! Блин. Ой, куда я пошел? Так, я, походу, сейчас знаю, что сейчас будет. Сейчас, возможно, будет эта фигня, которая появляется непонятно из-за чего. Так. Так. Вот. Обнаружено движение вентиляции. Так. Как на весь экран сделать? Настройки. Вот, игра в полный экран. Вот. Так будет удобнее играть. Я случайно вышел. Почему здесь на Escape сделали выход? Непонятно. Еще раз. Заново. Пропускаем. И поехали дальше. Так, ну так вот будет удобнее играть, когда на весь экран. Так, заходим сюда. Так, давайте от компа. Возможно, когда нам говорят, типа, обнаружено движение вентиляции, может, она где-то и появляется. Но тут только где? Фиг знает. Короче, давайте пока покалим, позырим. Пока все равно ничего делать. Калим никого. Вот какая-то фигня стоит. Здесь тоже, да? Да. Тихо, аккуратней. Здесь тоже нормально. Да и, в принципе, вообще везде нормально. Вообще, зачем сюда пришел? Тут все нормально. Они тем более далеко. Вот кто это такие? Чего они тут сидят? Так, отойти от компа. Нет, я имел в виду отойти от камер. Во. Так. А, нет, никого нету, смотри. Здесь. Здесь в прошлый раз будто тут что-то было. Но сейчас этого нету. Вот этот фен на меня может все время нападать. Непонятно за чего. Так. Перейди в другую комнату. Давайте здесь выключу свет. Да не в ту комнату. Так. Вот сюда. Вот сюда. И сюда. Назад.
И теперь сюда. Смотрим. Так, опять эта фигня. Так, нет, это уже самые последние камеры. Ну? И где? Хотя, возможно, сейчас что-то будет, да, написано, что нам нужно. Да, я не в ту комнату. Вот, что-то началось, походу. Рубай. Так. Все, зон, еще все заново включать. Так, обнаружено движение вентиляции. Где эта вентиляция? Где она? Ее нету. Ребят. Где это может быть вентиляция? Объясните. Вот вторая комната по счету. Или какая комната? Так. Тут никого. Опа. Но они еще далеко, по сути, от двери. Пойдемте в другую комнату. Вот. Может быть, в этой? Да нет. Есть компьютер. Лампа. Опа. Тихо, тихо. Кто там идет? Да пока что даже близко нету никого. Может, здесь? Да нет. Дверь только удерживать можно. Так. Опа. Да не пока далеко. Ну, в принципе, смотрите, вот обнаружить движение вентиляции и все нормально вроде. Так, может здесь? Назад. Нету. Активы, я не понимаю, где она может быть, эта вентиляция? Ее реально тут нигде. Вот это, что ли? Возможно, вот это, но я не знаю. Это точно оно или нет? Так, чё он... Опа. О, ё-моё. Уходи быстрее. Все, держу. Как вовремя, офигеть. Так, надо запомнить, 3 часа он приходит. Да все, я закрыта дверь, не стучись. Да как ты будешь стучаться? Тьфу ты, господи. Да уходи ты уже. Все. Так, быстрее надо включить все электричество. Ё-моё. Кто это? Так, подожди. Это тут кто-то? О, открыть вентиляцию. Вот она, смотри. Так вот откуда... Глянь, нифига себе. Так, теперь понятно, глянь. Она по... А! Надо крутить именно отверткой. А как мне теперь винтики достать обратно? Офигеть, я не знал. Да уходите вы, блин. А все, я проиграл уже, зашли. Да. Ну, слушайте, теперь я хотя бы знаю. Вы не ржали, но это понятно, да. Все, я понял, как это проходить. Когда я слышу вот этот вот треск, значит вентиляция находится сверху. Все, понятно. Теперь все ясно. Так, ну, теперь я хотя бы пройду это все. Так, давайте выключим свет, чтобы мало ли что. Ну, можно даже здесь его отключить, нам тут
Не надо его все равно. Вот здесь нам нужен свет. И здесь нам он не нужен. Может быть, как-то энергия экономится, чтобы поменьше вырубалось. Вот. Короче, можно пока вообще просто ничего не делать. Даже можно отрубить комп. Хотя как это сделать? Вот, выключить можно. И все. И просто, не знаю, что-нибудь поделать. Все равно 12 часов проходить пока что ничего не будет. Вот когда мы уже начнем слышать какие-то посторонние звуки, тогда уже надо бы уже будет. Хотя нет, давайте включим. Давайте включим, потому что дверь плохо видна. Так, ну я хотя бы теперь реально знаю, где находится вентиляция. Надо же было как раз вам сказать, что она начинает появляться, когда именно... то есть... Когда они реально уже подлезают. Вот. А так, в принципе, вообще можно ничего не делать пока что. Да они вообще еще далеко, они даже не уходили еще. Это только вторая ночь, и по идее я должен вообще с первого раза пройти. Но пока что что-то не получается. Сейчас будем пытаться. А, ну он уже начинает появляться. Так, ну вот. Уже ушел. Так, вот этот звук. И где он? Где он-то есть-то, я не понимаю. Нету что-то. Куда он ушел? Блин, я лучше тише сделаю. Так, тут никого нет. Тут, походу, никого нет. Это кто? Так, это нет. Подожди. А, вот он. Опа. Так, ну, окей, я понял, что нужно движение вентиляции. Пусть будет оно и обнаружено. Так, вот они как раз и выключилось электричество. Поэтому врубаем. Все. Окей. Компьютер. Врубаем. И... Где он? Он, походу, уже подходит, да? Да? Где он-то есть, не понимаю. О. Он должен в этих камерах появиться. А, вот он, походу, да? Стой. Нет. Так, ну это, походу, вентиляция, я их слышу. А так пока что никого нет. Так, они уже подходят. Но пока что вентиляция еще недоступна. Да давайте появляйтесь, мне надо дверь закрыть. Ну, что никто не появляется в этой комнате? Я же дверь должен держать. А, не в 3 часа-то появляется. Да, я забыл. Опа. Так, вот. Поехали. Так, другая комната и сюда. Все, стоим, держим. Сейчас придут уже. Вот, они ровно в 3 часа приходят. Вот в 3 часа уже все начинается. Ну? Чего вот это вот моргает, я не понимаю. Наверное, просто так моргает и все. Так. Во. Пришел уже. Сейчас буду долго стучаться. У меня, наверное, сейчас уже электричество отрубят. А, все? Окей. Хорошо. Вентиляция недоступна. Так. Ну, рядом пока, видите, никого нет. Сейчас уже отрубят электричество, да? Опа! Так, закручиваем.
Вы не можете закручивать. Как так-то? Ё-моё. Быстрее. Тогда, стой. Ё-моё. Надо закрутить быстрее. А, все, они ушли. Закручено. Окей. Так. Как отсюда выйти? Это кто? Я надеюсь, я никого там не просрал. Вроде нет. Вон он уже лезет, походу, да? Да, сейчас уже придут. Да, как он зашел? В смысле? Блин, я походу не успел, что ли, да? Так не было его по камерам же. Как он успел зайти, если его по камерам-то не было видно? Слушай, это как проходить? Так, по камерам не было никого. Чуть непонятно как-то. Так, ребят, в общем, я уже держу дверь. И... Давай, стучи. Вот, потому что уже 3 часа, и я еле успел, у меня отключили электричество. Вот. Короче. Самое главное, чтобы не отрубили электричество, потому что из-за него я проиграл, мне нужно было идти и вообще уже дверь держать сразу. То есть, когда я буду уже закручивать вентиляцию, мне надо посмотреть по камере, есть ли кто-то, и продержать дверь. Наверное, так вот. Уже открывают, видите? Давай быстрее. Слушай, я... Все. Быстрее. Да... Чего? В смысле? Не понял ничего. Ну да ладно. Так. По камере, видите, никого нету. Так. Пойду в другую комнату на всякий случай. И подержу дверь. Потому что, возможно, сейчас они придут. Так всегда было, да? Это что такое? Ну, ё-моё, только не это. Так, все, я закрутил. Да вот как он зашел? А, стой! Подожди, чего? Не понял ничего. А как он заходит? Вы не удержали дверь, из-за чего драк... Так там не... В смысле? А как так успеть, если там меня это открывают? Слушай, ребят, я не пойму, как в это играть. Это только вторая ночь, я не могу пройти. Я в первой части так вообще не было такого. Мне кажется, что-то я делаю не так. Ой, короче, ребят, ладно. Давайте на этом закончим, потому что что-то я не знаю. Как-то очень сложно. Так, может что-то здесь будет? Главная ваша задача — охранять Королевский театр. Используйте видеонаблюдение того, чтобы обнаружить постороннего вашего... Это я понял уже. Старайтесь не использовать много электропровода сразу, иначе в электрощите могут вылететь пробки, если это... Если же это все-таки произошло, то пройдите щитку. Понятно. Если вы услышите стучание или... С... Ну, это я понял, да. Если кто-то вошел в дверь, а у вас нет травмата или дубинки, то лучше спрятаться в другой комнате. А-а-а! Грабитель может подумать, что у вас нет, и уйдет по своим делам. А-а-а! Вон он как работает. Понятно, окей. Итак, ребят, я снова здесь, снова держу дверь. И попробуем, в общем, в следующий раз, если они ко мне снова зайдут, я пойду просто в ту комнату, где щиток. Потому что других комнат больше нету. Ну или, например, вентиляцию, почему бы нет. Если мы, конечно, переходим в другую комнату. Ну давай, стучись. Во.
Сейчас уже, возможно, начнут открывать вентиляцию. Или, возможно, выключат сейчас свет. О, как ты быстро ушел. Повезло, значит. Так, что по камерам? Ага. А, вот он как раз только сейчас, что ли. Так. Опа, на нифига себе. Вот он снова идет, смотрите. Стой, подожди. Ну-ка, давайте закрутим. Так. На всякий случай пойду сюда. Во. Как я вовремя. Все. Да кто там, блин? Все, я уже закрутил. Так. Попробуем здесь сидеть. А, нет, смотри. Все равно, глянь. Ничего не пойму. Я же спрятался-то в другой комнате. Что, надо было прятаться, что ли, туда? Или как? Ничего, это почему так сложно, я не понимаю. Короче, ребят, я уже второй раз держу. То есть, видите, уже 4 часа. Вот. Вентиляцию я уже закрутил. И... то есть, я не... Ну, короче, вы поняли. Это уже второй раз. Так, уходи давай лучше. Уходи. Ну, быстрее. Ура. Наконец-то. Опа-на. А кто пришел? А сейчас-то что не так я сделал? Так я ж в смысле закрыл. Вы не удержали двери? Я удержал вообще-то двери. Ничего не пойму, ребят. Это что-то непонятное. Я уже 3 раза прохожу, не могу пройти. Ладно, короче, ребят, давайте на этом закончим. Я уже 3-ю или 2-ю серию не могу уже пройти. Даже 3-ю, возможно. Как это проходить? Объясните мне, пожалуйста. В общем, ребят, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что надо делать. Только желательно подробно, чтобы я понял. И, в общем, как-то так, ребята. С вами был Тёмыч, и всем удачи, и всем пока-пока.